Привет, друзья! И начинаем новый видос. С пустого гаража. Вот так он выглядит. Бардак. Надо все чистить после зимы. Все тут собралось. Новый у меня этот появился. Еще пустой. Но буду его вот сюда куда-то устанавливать. Вот, все ключи, все как бы складывать, оборудовать. Но видео сегодня не о том. Видео у нас сегодня про BMW E61 с мотором M57. Будем удалять заслонки. Вот у меня пришли заслоночки. Будем сейчас их ставить. И начинаем разбирать. Крышку я уже снял. Вот, сейчас что нам надо сделать? Нам надо убрать все вот эти воздушные фильтра в салон, которые идут. Снимаем эту распорку еще. Сейчас свет, наверное, надо включить. Так, вот эту распорочку тоже снимаем. Вот эта, которая идет. И все, и у нас здесь все освободится. От впускного снимаем вот этот патрубок. Здесь откручиваем EGR. От EGR еще идет вот трубочка там, но это в конце открутим. Отстегиваем все датчики и все откручиваем. Ну что, погнали разбирать. А, короче, друзья, отсоединил я патрубок. Вот. Потом EGR вот открутил. Отсоединил разъем здесь. Вот. И здесь вот разъем отсоединил. Так, нам надо еще щуп вот открутить, он тоже прикрученный к этому, к впускному коллектору. Вот, и что там у нас еще есть? Ну, а как видите, я тут уже все поснимал. Вот где лежат воздушные фильтра, это распорка. Вот сами воздушные фильтра, новые ставил. Вот, как-то так. Так, еще что здесь хотел сказать. Короче, вот эти болты должны на 10 быть, а внутренние на 11. Вот, тут болты, там гайки. И вот тут вот еще один есть разъем. Вот, он по идее мешает ту гайку открутить. Сейчас как бы заснять. Тики-тики. Вон он. Так. Вон он. И этот разъем тоже лучше снять, чтобы его не поломать. Ну и в принципе все. Остальное все открутится, отсоединится потом, когда поднимать будем. Так-то он все вот освобожденный, да? Все сейчас будем. Буду откручивать дальше. Одному неудобно снимать, поэтому делаю и потом показываю, что делаю. Ну, сейчас попробую поставить камеру на стенд. Чтобы видно было. Так, что, надеюсь, будет видно. Специально сходил, взял стендер этот. Вера в чудо не мое, лакшери. На кармане ноль провожала вера. Семью поднимал, кричал лакшери. Ла-ла-ла, беги лакшери. Вера в чудо не мое, лакшери. Вот так выглядит. Уже удалены, получается, да? И лампочка. Давайте сейчас на свет положим и посмотрим. Так, вот получается, как у нас здесь выглядело. Уже все пропускало. Буду все чистить. Чтобы все чистенько было. Давайте посмотрим, как выглядит сам коллектор. Вот он, коллектор. Как вы видите, здесь все уже удалено. Я этого не знал, честно скажу. Получается, заглушек здесь нету. Вот их уже заглушили. Такими способом. Вот эти все резиночки будем менять. Ну, я бы не сказал, что они дубовые. Ну, есть новые, поменяем. Все будем чистить. Вот эти кругленькие. Что тут еще?
Получается. А она ходит, видно. Вот тут. Видите? Она все-таки пытается открывать. Ну, нечему открывать. Так, чё, вытаскиваю все резиночки. Займусь сначала коллектором. Сколько здесь масла. Но они уже дубовенькие, поэтому начали протекать. Вот, сейчас все чищу. Мою. Одеваю новые резиночки. Потом мотор все буду чистить тоже. Вот. Как-то так. Погнали чистить. Че, открутил тут заслонку. Тут смотрите, какой нагарчик. И здесь тоже такой. Но внутри, внутри вроде бы более-менее так смотрится. Вот. Ну все, будем чистить. Все, пустной коллектор готов. Все новенькое поставил. Здесь, кстати, момент затяжки не очень большой. Держится все, смотря какие у вас резинки там. Вот, ну, сделал 5 ньютон-метров, и они плотничком сидят. Тут все почистил, заменил, все прокладочки новенькие поставил, все как новенькое. Кстати, здесь тоже зависит, какая резиночка типа, но затянул на 10 ньютон-метров. Вот это старенькое все лежит, все. Сейчас иду чистить двигатель. Короче, здесь вот где потеки были, сейчас ототру все, обезжириваю и все, прикручиваю уже коллектор. И все, все готово. Ну, наверное, еще посмотрю, залезу, как выглядит натяжитель цепи. Вот. Но работает хорошо, но все равно, пока здесь все более-менее открыто, залезу, посмотрю. Вот, как так. Погнали! Все зачищено. Все обезжирено, все чистенько, все, поехали, поехали, здесь все на месте, обуваемся, все на месте, сразу подключаем, чтобы не забыть вакуумные эти шланчики, вот, потом эти на 10 мы затягиваем. 10 ньютон-метр, вот эти, а на 11 гайки 15. Все. Ну и сейчас вакуумный накину, потом, когда все протянем, эти оденем уже. Тут их 3 штуки получается, 2 вот это, один нижний вакуумный, потом вот этот вот на датчик и вот этот вот на форсунке. Сейчас такой концерт я сам себе сделал. Беру все вот эти гайки, вот которые вот тут идут на 11. Вот так на магнитик брал и наживлял, и потом закручивал. И самый последний, по идее, который может провалиться, вот сюда я беру, втыкаю в головку и хотел закрутить. Все, он у меня упал. Я, наверное, час здесь лазил магнитом, не мог найти. Пришлось задрать машину, открутить защиту. Открутил защиту. Здесь, короче, кое-как под машину залез. Вот там он открутил с одной стороны защиту. И она вон там, вон в этих шумоизоляции куда-то туда закатилась. Ну вот, достал. Блин, это было что-то. Вот я как бы брал, тренировался, потому что сюда они, в принципе, никуда не укатятся, только вот на последний. Вот так вот наживлял и потом крутил. Нет, на последний я все-таки вставил в ключ и за это поплатился. Ну вот как так. Все, осталось мне, короче, протянуть. Сейчас вот последний тот крайний закручиваю. Наживляю, закручиваю, все.
протягиваю здесь 10 ньютон-метров, здесь 15 ньютон-метров, закрываю вот это ЭГР, кое-где датчики я уже накинул, тут эти тоже шланчики маленькие подсоединил, и все, и будем заводить. Так, ну что, все, все накинул, все затянул, протянул, можно заводить, пробуем. Вроде работает, как часики. Все нормально. Дизелит. Ну что, друзья, на этом я заканчиваю этот ролик. А вы подписывайтесь на канал, чтобы увидеть, как я меняю сейчас муфту на кардан. Вот. И да, сейчас прям для вас это будет следующий, для меня это будет прям сейчас. Я загоняю ее. О, надо менять. Я загоняю ее на яму и буду скидывать и снимать вам новый ролик. Вот. Было интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь еще раз. Жду вас в комментариях. Всем пока. Надеюсь, видео было чем-то полезным и интересным. А я дособираю сейчас ее.